Данные ребята занимаются плотно универсальным боем около 5 лет. Тренируются не каждый день, поэтому результаты у них достаточно высокие. Мне нравится заниматься таким спортом, чем вязание, танцы. У девочек еще, мне кажется, посильнее мальчиков иногда выглядит в бои. Даже, не знаю. А может, их мальчиков побеждает женским очарованием? Нет. Как проходил твой бой? Ну, прошел очень быстро. Я бросил, пришел в партер, сделал болевой. И за 15 секунд выиграл и занял первое место. Я занял там 3-е место. Было сложно, но я буду исправляться.